Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть вперед на зомби-войну. Кстати, до этого я снимал две игры. Это черепашки, ниндзя и драконы, всадники Олуха. Ребята, там не будет слышно моего голоса, потому что опять отключился микрофон. А знаешь, почему он отключился? Потому что OBS попросил обновление. Я его обновил, оказывается, и там автоматически все настройки пропадают. То есть микрофон пропал у меня. И я записываю одну игру за другой. Хорошо, что я начал рендерить. И смотрю, нету звука моего. Сейчас бы и вот эта игра, если бы я не стал, ну, рендерить, то есть видос на YouTube, я бы даже не знал, что у меня там нету голоса. То есть звук игровой есть, а голоса нету. Поэтому, ребят, сейчас я посмотрю. Здесь все окей, я поставил. Да, все, микрофон работает, видно. Ну что, друзья мои, двойная награда. Получите в два раза больше монет и очков силы в добыче. Осталось 6 часов 38 минут. Так, давай смотреть, что у нас тут. День урожая. Это что за день урожая? Так, еженедельное событие бесплатно до конца года. А что это? Что за день урожая, скажите мне, пожалуйста. Что-то я просто не помню, ребят, такого. Я, естественно, прочитал комментарии. Мне написали: Рэй, давай возвращайся. Там у нас новое событие. Так, он чинит генератор. Это что такое? Что это? А, я, наверное, должен генератор это защищать, да? Ядрен, матрен. Мы с тобой какие-то мешки получаем. Ой. Ой-ой-ой, он сейчас генератор сломает. Блин. Ну, звездонит ему, ну что-то там. Там, кстати, наверху кто-то стоит. Там кто-то скидывает нам специально, ребята. Вон. Слушай, а если я вот так вот сделаю? Отлично. Так, давай-ка мы с тобой ремонтик возьмем. Пускай он нам генератор-то починит, потому что... О, нет, не, 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 не надо, не надо, не надо вот этого, не надо вот ядрен, смотрю, так... Ох, ничего себе! И генератор сломался, да? Это вот этот вот, ребята, зараза, блин. Ну-ка, влупи им по всем параметрам жизни. Я уже забыл, что это такое. Жестко. Жестко, ребятушки. Обалдеть. Блин, мне нужен этот ремонтник. Смотри, как он мало, он молодца. А кто? Ребят, а кто сейчас? А, он и машину. Ты прикинь, механик теперь. Ой-ой-ой-ой, ребята, посмотри. Давай я вот так вот сделаю. Они же должны, по идее, прыгать, насколько я помню. А чё? Ну куда ты, блин, ну куда ты убежал-то, ну твою же... Ага, молния, значит... Это просто молния, видимо, ребята. Это не зомба-молния, а... Как тебе это объяснить-то? Молнии, которые... Природного действия, короче. Гроза, дождь, в общем, вот так вот, ребят. Слушай, смотрите, 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 мешочки у нас. Мешочки идут, механик чинит. Чувак перезаряжается. Прекрасно. Пока все хорошо, ребят. Давай еще, наверное, баночку. Вот сюда я поставлю. Ай! Ну нафига, блин? Ну взял, сломал, а. Сколько? Мы всего один смешочек. Мы всего один смешочек с тобой. А ну-ка.
Ой-ой-ой-ой-ой, эти кровавые. Они не горят, походу, дело из-за того, что ребята это. Нет! Нет! Так а кому ты там машешь? Там машет он, блин. Там никого нет, он машет кому-то. Это электрические ребята. Херакнул, блин, а. Да. Он сейчас током бомбанет и все, и прям сюда звезданет. Офигеть они тут, конечно. Смотри, сколько надо в него бомбить. Херею, блин, просто хренею. Все уничтожил, все разнес, блин. Надеюсь, он не заразится у меня. Механик, давай, родной, выручай. Огнеметчик нормально там помогает. Вообще великолепно. А что так просветлело вдруг? А, то что генератор у нас работает. Типа напруги, да, напругу дали. Это какие-то мешки тырит. Ну а механик, ну и зашибись. Убежал. Нет. А почему вы не можете стоять-то здесь? Вот обязательно вы... А, победа? Ребят, я получил какой-то подарочек один. Один подарочек мне должен сейчас вручиться. Ну, если я правильно понимаю. Или не будет мне никакого подарочка? Ну вот же как бы галочка отмечена. Что не так-то? Нет, ну можно, конечно, еще малька пособирать. Так, давай я посмотрю, что у нас вообще тут есть. Так. Давай вначале заберем, наверное, наши награды. Монетки. Так. Превосходно. Так, карта. Тут понятно, тут, ребята, все завершено. А на потасовке лига пятая у меня получается. Так, лига пятая. Подожди, а где у нас? Увеличивает основной урон всех юнитов на 25% в течение 3 после выхода этого юнита. Так, ближний бой. Игнорирует 50% противника стрелковому урону противников. Нет предметов. Вот так вот, ребятушки, нет предметов. Какие новые юниты? Вы сказали, появились новые юниты. Я пока, друзья, не вижу. И кто-то мне сказал, что я вроде как пропустил какую-то покупку одну. Еще давно написали. Я, правда, честно говоря, не вижу, чтобы я что-то тут пропустил. Вроде бы все пропаны по полной программе. А, вот здесь вот есть только. Ну-ка. А я не знаю. Это специальный скин, ребят. Вы, наверное, вот... Наверное, про это и говорили, да?
Это специальный скин, ребята, его нельзя просто купить. У этого, наверное, тоже, да? Фига, он шериф, блин. Может быть, у врача? Нет, тоже, ребят, специальный скин. Кстати, это не Марпл ли из этого? Похоже. Подожди секунду, подожди. Где же? Только что смотрел. Подожди, может быть, тут что? Нет, тут все куплено. Максимальный уровень. Этот, где только что девчонка была? Вот это вот, кстати, знаешь, на кого похоже? Из какого сериала? Вот как раз про эту девчонку-то. Девчонка и парень, книжку-то они там нашли. Твою налево, я забыл этот сериал-то. Там брат с сестрой, книжка, у них там этот дядя, блин, который фанат там этой книги. Да ё-моё, из головы вылетело. Мультсериал. Короче, вот эта подруга там у него была такая вот, типа фермерши. И вот где-то здесь девчонку я только что смотрел. У нее костюм тоже сейчас был похож, такой же. Вот эту, по-моему, смотрели, да? Красный такой. Блин, не то. Ну все, не найду я теперь. Чисто случайно, блин, посмотрел. Как-то попал на нее, блин, случайно. Здесь, что ли, может? Нифига подобного. Может, медик? Так, а вот тут, кстати, тоже есть какое-то улучшение. Нифига себе. Sword Jester. Тоже в специальном событии. Не, ну давай попробуем, ребят, все равно у нас время есть. Давай. Так. Вики 99 визит, Дискорд визит. Новое обновление. Опять новое обновление. А где новый персонаж это? Я, друзья, не вижу в упор. Новых персонажей я в упор не вижу, друзья, нету. У нас все это было. Может, ты имеешь в виду новые персонажи? То, что по событию? Или что? Вот этого не понимаю. Слушай, а почему у нас тут ящики опять лежат? Мне-то, по идее, вот эти нужны ящики. Перейти. Ну, здесь, как обычно, ребята, мы идем. Волна за волной, уничтожаем противников. Соответственно, чем больше противников, тем лучше у нас будут награды. Так. Так, и... Вот так. Начать битву. А нафиг... А, ну да, тут по умолчанию вдвоем сразу не вышли. Угу. Не надо бежать вперед танка. Не надо бежать мне вперед танка. Ну что ж, блин, вы делаете-то, а? Прекрасно. Этому больше всех надо. Бежит, блин, как шалопай, блин. Они сзади нападают еще. Правильно, щитовик пошел, ребята, разбираться с этим, с этой баррикадой. Есть. Ну что, открываем. Двойную награду будем брать. Слушай, ну есть эпические, есть редкие. Нормально. То есть будем потом на улучшение идти. Улучшать вещи.
Так, а если мы, например, возьмем с тобой... Это у нас какая миссия-то, я не знаю. Давай вот здесь попробуем. Или тут нет у нас... А, во. Ой, ребят, меня... Слушай, тут сложно, я не знаю тут. Ну давай хоть глянем-то. Ну, мне кажется, сейчас будет жесть. Жесть просто творится, ребята. Тут сами по себе монстры, охренеть какие. Сейчас клоуны, блин. Ну давай сделаем так. Я не помню просто, что они делают. Но делают они какую-то дичь, причем полную. То ли кричат, то ли еще что-то делают. Сейчас не скажу тебе. Они так быстро его завалили. Ауч! И куда-то побежали эти хламоны. А куда он побежал-то? Да ты бомбани там вон того хотя бы. Ну, горит. Что-то не можешь попасть, что ли, по нему? Не пойму. Вышибалах. Но он тоже почему-то по нам не может попасть. Я не знаю, что в чем. Что за баг? Увидимся в аду. Ну да. Куда пошел? Куда он пошел? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот я вспомнил, ребят, ее. Она же сейчас как своим трупом-то этим звезданет. Ой, ой. Не, тут мы проиграли. Ты представляешь, насколько мы должны, друзья мои, быть прокачанными, чтобы здесь наносить урон? Ё-моё. А я и забыл тот-то, где мы фармили с тобой сейчас только что. Там, в принципе, нормально проходить для первоначального фарма. Эта локация была какая? Шестая? Нет, не шестая, но давай посмотрим на шестой. Я выберу сложно. Погнали. Естественно, мы с тобой тратим ключи за все это. Как бы ничего нам здесь просто так не достает. О, ну еще не легче, блин. Еще, ребятушки, не легче. Шары, которые сейчас будут... Ой, все тут. Сейчас будем превращаться в зомби. Да что такое-то? Один удар. Они шестого уровня, блин. Один удар. Все, ребята. Ну... Че такие мощные-то, блин? Один удар и все, мы падаем. Фига вы, ребятушки, тут устроились, блин. Четвертую локацию не могу пройти. Да иди ты в баню. Давай здесь глянем, блин. Офигеть, блин. Я команду свата, ребята, пока беру, я юзаю и... Слушай, это что, специально, что ли? Я не могу понять. Они опять эти шары поставили здесь, ребят. Ну что за бред? Ну, здесь, наверное, пройдем. Но это не точно. Ой-ё, ледяные. Тяжело пробиваемые чуваки. Особенно вот этот вот. Сейчас пока этого убьем, эти встанут, да? Не, этот встанет наш. Это еще хорошо, что он медленно идет. И мои бойцы не идут, а стреляют с места. Слушай, а он не стал превращаться у меня сватовец в труп? Блин, мозговики, ребята. Сейчас вот так вот сделаем.
Эй, ну! Да блин, а эту-то защищать кто будет? Турель-то, ну! А раньше, ты помнишь раньше, что было? Раньше мы не могли наносить баррикадам урон огнестрельным оружием. Обязательно должен быть ближний бой, чтобы мы... А теперь все окей. Слушай, огнеметчик хорошо так орудует. Черт побери! Сломали турель, правильно? Вот, черт побери. Есть, друзья мои, на сложном прошли. Выйти. На сложном. Так, давай посмотрим, можем ли мы сейчас что-нибудь улучшить. Слушай, подожди, а где мы с тобой... Вот этот вот у нас крафт, где у нас идет? Подожди. Погоди, а что тут у нас? Задание. Так, забрать. Пройти миссию с командами, с командным усилением и F. Убейте зомби с лоб. Добыча. Перейти. А как понять добычу, что-то не могу понять. Ну давай перейдем, посмотрим. То есть нам просто... А, нам, наверное, просто показывают, где какая, чтобы не рыс. Ёпарасоте, ну... Ну давай, огнеметчик, допустим, пулеметчик, автоматчик, точнее. Так вот. Очень быстро двигается вот это хмырье к нам. Сейчас взорвется. Пошли. Да, вот с этим, конечно, будет проблема, потому что он, ребята, в броне. Урон 1, 6, 3. Успеем ли мы его вольнуть? Да, а дальше-то что? Дальше пойдут еще на нас хвост. Сейчас взорвется там. Слушай, ну как ни странно. Друзья мои, как ни странно, здесь мы их развратили. Ой, опять эти твои налево клоуны, ребят. Вот нафиг сирену эту тронули, а? Ну убейте твою налево, ну ты, блин, стоят сопли, жуют, блин. Ну нафиг это мне. Ну и что это мне даст? Да сзади твою налево, сзади бежит, блин. Нафиг я вот это сделал-то, я не пойму я. А турель не бомбит, что ли, получается? И нахрена я ее сюда поставил тогда? Это я усиленная атака, ребят. Бам-бам-бам-бам-бам-бов. Вот ты опять рискуешь, па. Сейчас волна, все, ребят. Да какое тут? Нет, ребят, тут надо прокачиваться. Это не варик. Да вообще не вариант. Ладно, ищем крафт. Где у меня твое налево крафт? Я не помню просто. Так, увеличивает снова урон всех юнитов. Понятно. Так, увеличит урон по оглушенным. Да это фигня, по оглушенным, по замороженным. Где крафт? Крафтер мой где? В магазине, да? Создать.
А что мы создаем-то? Красный ключ? Ага. То есть отдаем синий. То есть это нужно только для создания ключей? Да? Ладно. Тогда это нам не надо. Это я забыл взять. Такс, ну автобус нам улучшить больше ну никак нельзя. Увеличит основной урон так, ну, в течение. Улучшить. Что мы можем? Можем его улучшить? Здоровье 7%. Тетрадь 4 уровня. Здоровье 14%. Так, и кому я, например, его могу одеть? Легендарки. Подожди, а... Надеть. Увеличивает количество монет, получаем пульс битвы на 10%. Ближний бой... Так... У него нет ближнего боя, ребята. Надо на него... Вот у этого, да, у этого есть ближний бой. Это что делает кольцо-то? Кольцо-то что делает? Почитать-то по него. Увеличит основной урон всех юнитов. Ага, пусть... Ну давай наденем. Сюда, да? Устраняет паузу между атаками. О! То есть у них не будет вот это, что там обдумка и тому подобное, да? Кружка. Увеличивает основной урон всех юнитов на 7%, пока этот юнит находится на поле боя. Хо-хо-хо. Это, знаешь, как... Подожди, это... Ну-ка, можно улучшить. Так, здоровье... Только повышается здоровье, да? А, и урон стрелковый уже повышается, ребят. Так, опять здоровье. Опять здоровье. Опять здоровье. Так, 8 уровня кружка. Это нам надо... Подожди, а я что, не могу его никого поставить, что ли? Нет, я не хочу перерабатывать этот легендарный предмет, я... Какой-то легендарный предмет будет разрушен у меня. Подожди, а почему я не могу его надеть? Нет, могу. Пока он на поле боя находится, да? Конечно, хочу поменять. Что спрашивает? Остальные у меня все первого уровня, что ли? Все сеты. О, тут есть. Увеличит урон по оглушенным. Да это фигня. По оглушенным, по замороженным. Можно мне. Вот, волка. Увеличит урон на 50%, пока на поле находит только один юнит. Только один юнит. Ну это такое себе, ребята. Ну, согласись. Фитнес. Вот устраняет паузы между этими. Это, конечно, круто, ребят. Надеть. А у огнеметчика разве были паузы? По-моему, нет. Минус 7%. Слушай, ну нормально. Минус 7% к огню. Увеличит ли шанс, когда здоровье опускается... Ага. Я
Это я какое-то колечко переработал. Дает одну из считай, если юнит своей атакой добивает противника. А как это понять? Одну единичку щита. То есть я это, вот это сейчас уничтожаю в пользу вот этого кольца, что ли, я так понимаю? Ну-ка еще разок. Ну да, ребят, я разбираю вот эти штуки. А у нас есть обычные предметы? У нас только раритетки остались, что ли? Ну вот, и смотри теперь. Мы это кольцо можем... А, оно у нас надето. Оно у нас... Так а бойца там не дадите какого-нибудь другого-то? Ну... Пускай на нем висит. Ну... Что еще я хотел тут? Что еще я хотел? Что я хотел? Надеть нож скаута. У вас уже есть такого типа? Нет, тогда не будем. Ну что, пойдем тогда еще на события сходим, блин. Попробуем, ребята, добить. Слушай, а команду-то, команду я могу выбирать? Или здесь по умолчанию вот это вот все дается? Какая есть команда вот? Нет, команда сватов у меня. Давай посмотрим. Я подальше вот так вот поставлю, ребят, чтобы, если что, молния вдруг бомбила, чтобы не попадала по нам. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь, тварина? Ну! Молодец, красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, электрический бомж. Потухло все. А, он и турели, оказывается, че... Слушай, ну это круто. Что он, друзья мои, теперь и турели еще чинит. Дай-ка его вальну нафиг. Сюда, сюда поставим. Так, уже, ребята, 9 мешочков. Молодцы, красавцы. Вот то, что автоматчики никуда не идут. Но иди сейчас, если молния, не дай бог шар... Каркал, блин. А турели-то будут сегодня бомбить, стрелять? Охлаждение идет. Охлаждение стволов. Слушай, а знаешь, кого сюда надо хорошо ставить, ребят? У тех, у кого идет защита от поражения током. Я не помню, а кто у нас там имеет защиту от поражения током? Пожарный, по-моему, нет? Нет, пожарный, по-моему, нет. А чё ты не долечил-то?
Блин, я сейчас их целые ордой ставлю. Сейчас. А вот они попрыгульки, ребят. Конечно, блин, конечно. Лучше, блин, не придумаешь. Слушай, ну по-моему, все равно, ребята, чувствуется уже какая-то небольшая сила вот. То, что мы с тобой кольца поставили, все это. Есть все-таки какая-то разница. Не так они уже быстро погибают. Я вот не знаю, а на турели можно ставить? Наверное, на турели нельзя, ребята, ставить эти улучшения какие-нибудь. Ну. Давай, механик, выходи. Хорошо. Всыпали мы им. Я не могу понять смысл генератора. Вот. О! Зомби, сусомби. Не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прекрасно было. Было, ребята, вот именно что было. А что мешки-то? Все, я понял. Понял я теперь, генератор для чего нужен. Чтобы мешочки, ребята, мешочки у нас двигались. Но механик, давай, родной. Вся надежда на тебя. Хорошим-то молния сейчас нормально так влепила, вжарила. Да иди ты в пень, блин. Что же? Есть. И что это дает нам? Мы с тобой мешочек, это вот и есть награда, что мы получаем деньги и опыт. Больше мы ничего не получаем, да, за это? А, вот оно что. Тысяча и тысяча. Нет предметов. Награда выдается. Ну, здесь просто опыт, ребят, дают. А опыт мне не нужен, скажем так. Да. Сватовцы.
Ну, в этом случае, да, огнеметчик тут вообще идеально подходит, потому что он против бронированных. На изи идет. Так, пердунов валим. И продвигаемся дальше. Ну что тут, наверное, возьмем этого замораживочка. Нет, это огнеметчик. Вот обернуться тебе не судьба, да? Хорош, красавцы. Ну тут прям молодцы. Прям команда сложенная была. Ну уровень сложности, конечно, нормал. Не хард, но тем не менее. Это офигеть, это, блин, оружие прокачивать, все это... Какой, я не знаю, какой там максимальный уровень, ребят, на прокачке, но я думаю, что приличный. Так, друзья мои, ну что, давайте мы на сегодня закруглимся. Если я что-то пропустил, и если вы что-то заметили, то пишите мне об этом в комментариях, и мы, само собой, зайдем и все дело исправим. Так что не волнуйтесь. А на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.